to be or not to be. Что быть или не быть, это в первую очередь имеет в виду делать или не делать. Второй смысл – это существовать или не существовать. Ну, вообще спектакль – это не ответ на вопрос «быть или не быть». Это наш спектакль о потере, о том, что как много в нашей жизни значит эти потери и как мы плохо умеем их переживать. Все происходящее на сцене мы видим глазами Гамлета. Отчаяние, когда ты приходишь первый раз в зал, к артистам уже, ты чувствуешь себя совершенно бездарным. И это нормально. Хуже, если будет наоборот. Dance is quite good. И мне кажется, танец – это как раз очень хороший способ, чтобы передать любовь и потерю.